Мастер-план развития Поронайско-Макаровской агломерации представили на Инвестсовете. Масштабный проект предусматривает строительство не только современного порта на восточном побережье острова, но и жилья. В частности, в Макарове на месте разрушенного предприятия планируют возвести современный район на 24 тысячи квадратных метров. Это пространство с остальным городом свяжет мост. В городе Поронайск, на участке, расположенном в живописном районе, планируется создание жилого района, состоящего из многоквартирных домов малоэтажности, таунхаусов и индивидуальных домов общей площадью 50 тысяч квадратных метров. Запланированы объекты социальной инфраструктуры, общественно-деловой центр и благоустроенные набережные с мечальными пирсами. В ходе инвестсовета обсудили очередную стройку на склонах горного воздуха. Представлен проект по возведению гостиницы с ФОКом. Она включит в себя термальный комплекс с бассейнами. Работы могут начать уже весной следующего года.